В общем, я вам расскажу историю, вообще, как мы в лес ходим, на самом деле. Вот это вот орудие, я не знаю для чего. Вот это самый главный наш человек, который нас веселит больше всех. А вот это вот, я не знаю, компания, она всегда впереди. Они несут лесной орех. Который так и просит орех. Миш, покажи, что это такое хоть. Расскажи нам. Чтобы меньше глупых вопросов задавать, кому-то явно по башке. То есть он носит с собой такую штуку на всякий случай. Глобус. Нет, это как называется, типа верующий. В дерево, ну как это, древо. Древоверия. Древовера. Вот. Короче. Блять, Мерлин. То есть просто вот со стороны это смотрится вот так вот. Второго. Тихо, если упадет сейчас, смотри. Вот. Это вот пешие прогулки по Твери области. Да, смотрите, она жрет, короче. Я не знаю, будет это видно или нет. Жри. Я сказал, жри. Гусеница вот такая. Она так, жрёт, давай, держи, я сейчас ее руками буду трогать. Не надо, Ваня, Подождите. У меня комар кусает голову. Подожди, она ядовитая. Какая она ядовитая? Да. Это ночной бражник. Она даже не хочет. Хуяжник. Она полетела. Ого, полетела. Видели, какие глаза? Хуя. Да это не глаза. Это ложные глаза. Да ложные глаза. А где глаза? Сейчас мы ее за жопку. Кстати, меня, у нее во рту еда. Похож на маленький чинк. Подальше. Она выделяет какую-то зеленую хуйню. Это она ест. Это она трогает. Она от страха. Фига себе, человек трогает. Человек трогает. Конечно, она от страха тоже. Она полетела в космос. Давай. Космос. Короче, давай мы, смотри. Даже не догадывается. Я понял. Так, немножко костра найду. Мне вот эта полянка понравилась, чтобы здесь палатку поставить. Так, смотрю, не стало, не стало. Прям охуенно. В друзья полез добавляться. Ну, видать, он подумал, что ты крутой чувак. Китай вот здесь, смотри. Ты поедешь со мной в Китай? Да. Через полгода. Поедешь? Ну, я надеюсь. Пожалуйста. Поехали со мной в Китай через полгода. Давай все организуем, давай. Бля, мне здесь охуенно. Поехали съездим, ты хоть посмотришь. Чем тебе не нравится здесь? Мне нравится здесь, но я хочу еще и туда съездить. Куда? В Китай хочу. На пару недель. Такого я еще не видел.